Всем привет! И сегодня у нас вот такой огромный пакет с AliExpress. Сейчас мы его откроем. Открывать я его буду вот так, варварским способом, разрывая, чтобы не испортить ножницами содержимое пакета. К сожалению, теплые деньки у нас заканчиваются и скоро будет холодать. Поэтому я и заказал себе вот такую теплую кофту с капюшоном, чтобы не мерзнуть. Заказал я размер 5XL, как я до этого уже показывал. Позже примерю и посмотрим, не ошибся ли я с размером. Материал у нас двух цветов, черный и вот такие серенькие рукава. У продавца также присутствуют другие цвета. Так что можете выбрать на свой вкус. Замочек у нас пластмассовый, ходит нормально, все прекрасно работает, не заедает, что даже очень радует. Что у нас еще? Карманы внутренние открыты без замка. Давайте расстегнем. И вот такие у нас кармашки. Материал снаружи хлопок и полиэстер, так написано, по крайней мере, у продавца. Насколько это правда, я не знаю, определять я не умею материал на ощупь. Внутри она у нас пушистенькая, вот такая мягкая, меховая. И что самое главное, что она вся полностью меховая, и капюшон, и даже рукава, что очень даже круто. Вот видим, что везде вокруг один только мех. Также у нас на рукавах имеются вот такие манжетики. Манжет присутствует также внизу, что даже очень хорошо в ветреную погоду. Ничего не будет задувать. Шита она качественно. Нитки не торчат, швы ровные, вот как можете видеть. Все прекрасно. Запаха нету. Сейчас я ее примерю, сделаю фотки и вам покажу, как она на мне сидит и угадал ли я с размером. Честно сказать, заказывать вещи с Китая — это как лотерея. Ну, будем надеяться, что сегодня я сорвал джекпот. Вот как видите, кофта мне подошла. Покупка, я доволен. Мех очень теплый, я уже вспотел. Так что кому нравится, переходим по ссылочке и приобретаем. Ну вот, как видели, все прекрасно подошло. Кстати, мой европейский размер 58. Толстовка мне очень понравилась, я доволен покупкой. Ссылку на продавца оставлю под видео, как всегда. Ну на этом все. Желаю всем счастья, удачи. Всем пока.